Итак, здравствуйте. YouTube – очень интересная платформа, и она имеет свои рекорды. Присаживайтесь поудобней, и мы начинаем. Комментарий на YouTube, который собрал больше 1 миллиона лайков. На данный момент это самый популярный комментарий в истории сервиса. Речь идет о комментарии пользователя Сета Эвермана под видео на песню Билла Эйшли «Bad Guy». Эверман написал: «Я лысый парень». Пока неизвестно, администрация Ютуба даст Сету какой-нибудь приз за это, но даже если нет, то в книгу рекордов Гиннесса, я думаю, он попадет. Самое длинное видео на Ютубе. Продолжительность видеороликов, которые может загрузить на YouTube, является неограниченной, однако максимальный размер видео составляет 20 гигабайт. Хотя вряд ли подумаете вы, что кто-то додумается снимать и публиковать видео продолжительностью в десятки часов, его же никто не будет смотреть. Но нет. Пользователь Джонатан Харчик загрузил видео, которое длится 23 дня и 19 часов. Это видео стало самым длинным в истории сервиса, и пока рекорд Харчика не побил никто. В общем, самое длинное видео на YouTube продолжается, если говорить точно, 571 час, 1 минуту и 41 секунду. Видео представляет собой слайд-шоу из фотографий, которые Джонатан Харчик сделал во время своего путешествия в Чили. Само видео занимает 549 мегабайт всего лишь. К большому сожалению, не знаю почему, но видео не открывается, и скачать я его не смог. Вот вам ссылка в описании, может, у вас получится его посмотреть. Наибольшее количество дизлайков на YouTube. Наибольшее количество дизлайков на YouTube получил музыкальный клип на песню «Baby» популярного канадского певца Джастина Бибера. По состоянию на октябрь 2019 года видео имеет 10 850 000 дизлайков, хотя лайков она имеет чуток больше, если сравнивать эти две цифры – 12 миллионов. Самое популярное не музыкальное видео на YouTube. Мультипликационный сериал русского производства «Маша и Медведь», а точнее 17-я серия «Маша плюс Каша», вошла в топ-5 самых популярных видео на YouTube, причем это видео стало первым из немузыкальных в этом рейтинге и первым из русскоязычных. По состоянию на октябрь 2019 года видео набрало более 4 миллиардов просмотров и 6,5 миллионов лайков. Отвечая на вопрос, почему эта серия набрала больше просмотров, режиссер мультсериала Наталья Мальгина предположила, что это связано с тем, что родители включают ее, когда кормят детей. Видео с наибольшим количеством просмотров за первые 24 часа после загрузки. Видео, которое набрало рекордное количество просмотров сразу в первые 24 часа после загрузки на YouTube, принадлежит официальному каналу американской кинокомпании Paramount Pictures. На видео снят розыгрыш в одном из магазинов бытовой техники, где известный всем персонаж ужасов в буквальном смысле вылазит из телевизора и пугает покупателей. За первые сутки на YouTube видео набрало более 1 000 000 просмотров, а на сегодня насчитывает уже 9 миллионов. Конечно, это не все рекорды, но большую часть уже рассказали другие ютуберы. Надеюсь, вам понравилось. Буду рад дальше для вас стараться и делать хорошие видео. Пока!